Черный человек, ты не смеешь этого! Ты же не на службе живешь, Водолазовой! Что мне до жизни скандального поэта? Спектакль Николая Русского – это своеобразный экскурс по жизни Сергея Есенина, которого все знают как поэта, но в его биографии есть события, неизвестные широкому кругу. Они раскрывают личность творца совсем с другой стороны. Поэтому главная задача режиссера была показать жизнь Есенина, что называется, наизнанку. Разгадать. Как вообще такое явление, как это происходило, что это было такое в человеке, что он умел такое создавать и писать. Я не думаю, что эта задача, что эту задачу можно как-то решить, да, эту загадку разгадать, но сам процесс, он очень увлекателен и интересен. По замыслу спектакль будет музыкальным, в его основу лягут воспоминания и стихи, а некоторые отрывки будут сопровождаться современной музыкой, чтобы показать неординарность поэта. На сцене воссоздали атмосферу начала 20 века. Зрителя разделят с Есениным его последние дни в номере петербургской гостиницы «Англитер». Кроме того, несмотря на то, что в спектакле играет много актеров, роль всего одна, и это сам поэт. Мы понимаем, что этот человек был с очень тяжелым характером, со взрывным характером. Это что-то во мне есть, но я не перехожу грань, как мне кажется, которую он мог перейти, он мог подраться, например, я пацифист, я стараюсь решать словами. Пока что у актеров самый разгар репетиции и творческих споров, но совсем скоро каждый сможет увидеть неординарную подачу биографии Есенина на сцене. Посмотреть спектакль можно будет 11 марта и 9 апреля в Театре драмы.